Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Более 70 километров дорог построено и реконструировано с начала года. В текущем году в столице построено и реконструировано порядка 74 километров дорог. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, строительство дорог и транспортных сооружений позволило более чем на 10% снять загруженность с основных магистралей. До конца года в Москве планируется построить еще около 40 километров дорог. На этом у меня пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. Пока!